Коррупция. Хищение из бюджета. Откаты. Взятки. У нас хватит политической воли, чтобы противодействовать коррупции, которая мешает развитию государства. Садыр Джапаров, президент Кыргызской Республики. Нет коррупции. Должностное лицо ветеринарного управления подозревается в даче взятки, сообщает МВД. Оперативники 4-го управления ГУР МВД выявили факты коррупционных злоупотреблений в Аксуйском районном ветеринарном управлении. В ходе проведения проверки один из руководителей ветуправления предложил должностному лицу МВД взятку в крупном размере в целях сокрытия выявленных нарушений и прекращения проведения дальнейшей проверки. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». При проведении следственно-оперативных мероприятий во время передачи 320 тысяч сомов оперуполномоченному 4-го управления ГУР МВД с поличным задержан один из руководителей ветеринарного управления Аксуйского района. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.